Всем привет, дорогие друзья! Получилось так, что я занялся технопланктоном. Ну и по ходу вот хотел бы рассказать про свою такую нехитрую конструкцию. Этим летом собирался на рыбалку, знал, что буду ловить на технопланктон. Ну, не хотелось как бы тратить деньги большие. К тому же это не целевая рыба, технопланктон, поэтому не хотелось тратить. Также я просматривал несколько видео по поводу изготовления собственного технопланктона. Там горячая дискуссия возникла, как сделать технопланктон. Ну, в общем, я хотел бы поделиться своим опытом. Недавно делали ремонт, осталось много сантехнических труб, обрезков. Ну вот из обрезков я собрал себе такую небольшую конструкцию. Вот так она выглядит. Спица, заглушки, вот такие вот заглушки, купил я, они везде продаются, стоят 10 рублей, по-моему. Это заглушка на 20-ю трубу, ну она вот так вот в диаметре получается диаметр у нее 26-27 где-то. Но факт тот, что это сороковка, труба сороковка, 4 сантиметра внутреннюю у нее диаметр получается 27, ну, где-то. В общем, труба сороковка и заглушка на 20-ю трубу, она очень плотно входит. Берем спицу. Делаем дырочку в этой заглушке посередине. Берем такую же заглушку для 20-й трубы. Я взял две пробки, просто отрезал. И вот так вот сюда сверху поставил, чтобы у меня получилось какое-то подобие технопланктона. И все. Вот так вот снизу ее вставляем. Эту убираем, получается. Одну убираем. Снизу вот так ставили ее ровненько. Она плотно прилегает. Вот. С трудом ходит. Поставили на деревяшку какую-нибудь. Насыпаем сколько нам надо. И точно так же делаем. И пробка, и простая пробка. Точно так же одеваем ее. Говорю, это обрезки. Потом вставляем. И вот это 25-я труба. Ну, вот так вот ее ставим и прессуем. И получается у нас технопланктон методом молотка. На труба для холодной воды, сороковка, очень толстые стенки, прекрасно удерживает любые удары. Просто чтобы вот 25-я труба, вот если видите, вот 25-я труба, вот 40-я труба, заглушки на 20-ю трубу. Внешние заглушки. Ну, кто в сантехнике разбирается, тот поймет. Если что, пишите в комментариях. Прекрасный получается технопланктон, работает. Единственное, рецепт за счет использования сахара, сахарного сиропа, он очень долго тает, порядка 3,5-4 часов. Ну, я нашел выход из ситуации. Я одеваю сразу несколько, 2, а то и 3 одеваю. Вот когда 3 одеваешь, у него частота пыления получается. И рыба подходит. Очень много я поймал рыбы. Ну, правда, не толстолобик, почему-то карась. Карась клевал, маленький сазанчик килограммовый клевал. Ну, до килограмма там. Килограммовый сазанчик клевал. Много поймал я, очень там. Карась вообще через каждый 10-15 минут я вытаскивал, там карась сидел стабильно. Карась вообще обожает этот технопланктон. Но говорю, это просто способ перебиться, потому что настоящий технопланктон делается давлением 10, там 15, 20 тонн, 8 тонн, ну. А это так, это вот перебиться, и к тому же у него, когда ставили его один технопланктон без ничего, то он не работал, практически не работал. Ну так, для прикормки можно прикормиться.
Ставим, одеваем вот так вот, три удара достаточно, раз, два, три, там, молоточком. Всем спасибо, надеюсь, чем-то был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Всем спасибо, всем пока.